Карамба ТВ представляет. Здорово! Короче, у меня для вас две новости. Одна плохая, другая хорошая. Сами решайте, какая из них какая. Новых эпизодов станет больше в неделю, но их длительность будет короче. То есть мы примерно рассчитываем сделать так. 3 эпизода в неделю по 2 видео. Не беспокойтесь, это всего лишь временная мера, и все из-за того, что мы сейчас в Лондоне. Короче, это длинная история. Компания Google предложила нам приехать сюда на Олимпиаду и делать отсюда плюс 100-500, снимать Warren Days и так далее и тому подобное. Ну, в общем, мы решили не обламываться и согласились. Но, правда, вот условия такие, то, что нам нужно выпустить 9 роликов. В общем, в Warren Days будут все подробности. Короче, если вы позвали к себе домой кучу людей на вписку, посреди ночи один из них словил белку и начал адово бесоебить, вот что вы должны сделать. Выписано, блядь. Окей, я понимаю, что это жесткая тема. Тетка вывалилась из маршрутки, и ей больно. Я очень надеюсь, что она ничего не сломала. Но зато мы с вами стали свидетелями одного из прекраснейших явлений природы. Роды маршрутки. Да и вообще, с чего я взял, что она выпала из машины? Насколько мне известно, дело в Днепропетровске происходит. Может, у них там таким образом на остановках люди из маршруток высаживаются? Да, Днепропетровск — это Челябинск Украины. Вывалиться из движущейся машины, чтобы сойти на своей остановке? Это еще хуйня. Чтобы остановить маршрутку и сесть в нее, люди там под колеса прыгают. А, теперь я понимаю, чего хотел этот мужик. Я думаю, на таких попутках далеко не уедешь. А вообще, водитель маршрутки полную ебану, хуй с ним, пускай про него сам автор видео скажет. Вот, блядь, сука, напихал кучу людей, блядь, пидор. Вот все как надо сказал, даже добавить нечего. Мне неизвестно, кто этот великий человек, но одно я могу точно сказать. Этому мужику ни в коем случае нельзя ездить в Индию. Вот, блядь, сука, напихал кучу людей, блядь, пидор. В общем, пацан из следующего видео работает с деревом и металлом. Хуикс! Две палочки хрустящего печенья, карамель и поебалу. Посмотрите. Посмотрите на это лицо. Он даже не подозревал, что через 10 секунд по нему ударят две палки, и оно будет выглядеть вот так. Ну а чего он от всего этого ожидал? Явно у него в школе были проблемы с геометрией. Хотя у меня есть подозрение, что это форма наказания такая. Итак, за содеянные вами преступления я приговариваю вас к доске. Вы представляете, как это обидно? Ты делаешь один удар, а в ответ получаешь два. Прям как в боксе. Правда, здесь все еще хуже. От удара по доске рука потом очень долго болит. Я все же нихуя не понимаю, почему он занимается таким самобичеванием. Может, он какой-нибудь религиозный фанатик? Для Иисуса! От тоски! По ебалу две доски! В общем, я обеими руками за то, чтобы это сделали олимпийским видом спорта. Я бы посмотрел на такие соревнования. Правда, спортсмены на пенсии уходили бы уже через полгода после начала своей карьеры. Зато как зрелищно! А вот если это будет еще и Черданцев комментирует, то я закончу вообще все. Скидка подачи на ближний удар! Буфонище! Чудовищное буфонище! Вы всю неделю думали, что же показывал вот этот чувак. В общем, мне понравились вот эти варианты. Но вот этот вообще самый нормальный вообще, блядь. А теперь правильный ответ. Он показывал. Вот. А следующий видео на интерактив нам прислала вот эта девчонка. Всем привет. Привет, Максим. Итак, что я показывал? Ваши самые интересные догадки, а также правильный ответ мы покажем в следующем эпизоде. Короче, это проездной на метро в Лондоне, а это палец вверх. Вы знаете, что делать. И можно еще подписаться на новые видео. Это был Плюс 100-500, меня зовут Максим. Пока.